Ух ты! И снова я, Александр Криволап, печенек. Ребята, сегодня 6-7 марта 2018 года. 7 марта 2018 года. Рождественник зацвел у нас. И этот рождественник пойдет в новый мой плейлист «Цветы 2018 года». Это будет в 2018 году первые цветы декабрист или рождественник, как его еще называют. Друзья, дорогие женщины, через день будет 8 марта. Разрешите от моего канала и от меня лично поздравить вас с Международным женским днем 8 марта и пожелать вам счастья много-много, кусочек неба голубого, а в нем желанную звезду, твою любовь, твою судьбу. Желаю быть тебе счастливой, любить и быть любимой. С уважением к вам, Александр Криволап, печенеги. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, друзья мои хорошие. Рождественник цветет на 90%. Все, пока-пока, друзья.